Мы ничего не понимаем, короче. Юля, это Катина подруга. Да. Короче, о, здорово! А ничего не появилось, да, или появилось? Подожди, а ты по видео можешь посмотреть? Когда это произошло? Подождите, мы просто сейчас посмотрим. Вот мы сейчас должны увидеть, появилось анимация. Потому что я ничего не... Да! Раз, два, три говорим. Оу, еее! Мы просто когда выбирали, какой звук поставить на донаты, и услышали это, и просто в один голос. Это тот звук, который нужен нам для... Потому что уже очень сильно хочется начать эту рубрику, но если мы ее будем все откладывать, ну просто реально, чтобы запускать эту рубрику, нужно прям вот зайти с двух ног. Можно, конечно, снять что-нибудь другое. Но это не будет так круто, если мы обязательно запишем вот то, что мы хотим. Вот. А, подожди, мы же корейскую еду купили. Привет, у тебя очень крутой скин. Где ты его достал? Привет, я заказал его в Melida Skins. Что еще за Melida Strips? Melida Skins – это студия по созданию скинов. Недавно ей исполнился целый год. Там можно заказать любой скин в любом виде и любом формате, от обычных до 4D скинов. Вау, круто! Может, мне там что-то заказать? Обязательно! После заказа можно бесплатно попросить правки. Это очень удобно. А еще там скоро выходит крупное обновление с новыми услугами. Не упусти! Ого, какой крутой скин! Где ты взяла такой? В Melida Skins, лучшей студии по созданию Майнкрафт скинов. Эй, привет, Катюш, такой вопросик, не хотела бы ты вернуться к... Нет. Нет, вот так вот. Думали, я скажу. Ребят, привет, Катя. Люблю тебя, твое творчество. Будут ли у тебя видео по Майнкрафту? Поддерживаете ли вы связь? Желаю удачи в развитии канала. Видео по Майнкрафту не будут... Шоколадные. Вот, по Майнкрафту нет, потому что я не люблю эту игру, она мне не нравится, я не хочу в нее играть. А связь нет. Ну, нет. Мы не общаемся, но это не значит, что мы враги. Зачем нам общаться, если у каждого другая жизнь вообще? Вот, но я как бы на эти вопросы не хочу отвечать. Поэтому, ребят, что вам не смешная история вот про стрим сейчас? Кто не знает, мы его случайно запустили. Не этот, а предыдущий. Я думала, что он приватный, мы чисто хотели проверить настроечки. В итоге мы его запускаем, а Юля такая говорит, мы в эфире! Я такая, а? Так, давайте сейчас прямо, вот прямо сейчас... Фокус поймали? Фокус поймали? Быстро. Прямо сейчас напишите, как вы думаете, кто Катя? Кто я из Fitch Queens? Да, из Fitch Queens. Давайте... А потом она скажет, да, кем да, она да. была. Вы, короче, сейчас в чате пишите, кто я из Fitch Queens. Ваши догадки. Мы проходим тест. И если вы угадали... Первый самый в запросе. Кто ты из Винкс? Готовы начать тест? Готова. Поехали. Какой у тебя рост? 171. Если бы у тебя была возможность встретиться с известной личностью, кого бы ты выбрала? Первое. Популярного актера или певца? Эколога или защитника природы? Сразу беспалевно, кто это? Вообще даже догадок нету. Спортсмена или спортивного чемпиона? Известного художника или писателя? Великого инноватора или предпринимателя? Ученого или философа? Художника. Естественно, художника. Кого еще? Что бы ты делала на острове со своими друзьями? Первое. Собрала бы костер и рассказала страшные истории. Второе. Создала бы мини-концерт на пляже. Извините, мы в тратосфере. Устроила бы спортивные игры и плавание. Организовала бы поход и изучение растительности. Организовала бы модный показ с элементами пляжной одежды на острове с друзьями. Конечно. Напоминаю, на минуточку. Построила бы солнечную батарею для зарядки всех гаджетов. Можно варианты? Модный показ на пляже. Серьезно? Ага. Это, знаете, а еще если представить, что это ситуация, там, знаете, когда вы на необитаемом острове оказались там маленькой группкой, и Катя такая, чем бы заняться на этом острове? Конечно же, устрою модный показ с элементами пляжной одежды. Четвертое. Какой вид транспорта ты предпочитаешь? Красивый и стильный автомобиль, мотоцикл или быстрый автомобиль, велосипед или быстрый пешеходный... автомобиль? Хотите барабан? Велосипед или пешеходные прогулки, общественный транспорт или что-то экологичное, любой, в котором играет хорошая музыка, самый технологичный и современный транспорт. Первое, красивый и стильный автомобиль. А если, допустим, он красивый, стильный, а это Жигули? Мне подходит. Да? А, да. Ну да, ты же любишь Жиги. Как предпочитаешь расслабляться?
за чтением книг, нет, в спортзале, пение, музыка, сочинение стихов, магазины, лазить в телефоне или сидеть за компьютером. О, вот последнее. Лазить по телефону, в компьютере, это мое. Как ты относишься к учебе? Мне все равно. Стараюсь, но в жизни есть что-то поважнее. Я отлично учусь и обожаю это. Учеба дается мне с трудом. Мне без особых усилий даются все предметы. Я достаточно уделяю внимание учебе, хорошо учусь. Стараюсь, но в жизни есть дела поважнее учебы. Оу, yeah. Как бы ты подошла к развитию своих слабых сторон? Справилась бы с помощью технологии обучения? Это скучный тест, на самом деле, вообще мне нравится. Где там, типа... Ну, давай дойдем до конца. Ладно, давай, мы не сдаемся, мы волевые женщины. Справилась бы с помощью технологии обучения? Это про то, как бы ты подошла к развитию своих слабых сторон. Пользовала бы творчество и искусство? Через физическую активность и спорт. Мне помогли бы тренировки и самодисциплина. Использовала бы исследования, эксперименты. Применила бы философию. Ну, естественно, и творчество и искусство. Естественно. Подождите, у нас рекламная пауза на сайте. Продолжаем. Что для тебя важнее всего? Спорт, мода, природа, музыка, любовь, наука. Искусство. А дружба? Любовь. Нет. Выбери школу, которая тебя привлекла бы больше всего. Школа. Школа магической гимнастики. И танцы. Ужас. Так, итак, какую школу бы ты выбрала? Школа гимнастики и танцев, магическая. Школа природной магии и экологии. Школа технологии исследований. Школа искусства и культуры. Понятно, мы уже, мне кажется, все поняли. А нет, подожди, а кто там про искусство? Я вот тоже не особо понимаю. Я поняла. Кто это, вы поняли? Скажите, пожалуйста. Про искусство кто там был? Я не помню, если честно, я кто помню, про искусство. Я знаю, кто она уже. Какая твоя любимая еда? Здоровая, полезная, сладости, экзотическая, вегетарианская, острая, что-то быстрое и практичное. Корейская, очень горячая. Быстрое и практичное, да? Да, да. Что-то быстрое и практичное. Это просто, оно уже стоит, вы сами видите, сколько оно стоит, оно до сих пор просто кипяток какой-то. У меня уже язык весь обожжен. Что за дичь? Дальше, какую черту считаешь худшей? Самовлюбленность, ранимость, нерешительность, скромность, упрямство, равнодушие. Нерешительность. Давай уже скорее, давай прям быстрее. Мне уже не терпится знать, кто много я. Много у тебя друзей? Есть одна лучшая подруга? Да, много. Несколько человек. Немного, но мне достаточно. Как бы ты проявляла свой индивидуальный стиль в мире Винкс? Подобно тому, как каждая фея имеет свой неповторимый облик и силы. Господи, что за тупой тест? Воплотила бы свою силу в магической музыке и ритме. Вот, стремилась вот это. Стремилась бы к гармонии. Да, ну, блин, ты не должны знать, тупой что... вопрос, вот. Ладно. Какая планета тебе нравится больше всего? Солярия, Домина, Линфея, Андрос, я не помню, как там правильно. Страна Мелодия, страна Титания. Линфея, да, я честно говоря... Звучит. Кто ты по знаку зодиака? Водолей. Итак, все, наконец-то мы сейчас узнаем, кто я из Винкс. Господи, какой душный, тупой тест был. Что, нужно подписку какую-то сделать? Нет. Как вы думаете, кто Катя по тесту? Муза. Да, муза. Муза? Но самый прикол, знаете, в чем? В том, что она муза, но и то только на 26%. Вероятнее всего, вы муза. 26-67% феи музыки и одна из участников клуба Винкс. Она любит все, что связано с музыкой. Ее волшебные способности отражают эту страсть. Это неправда. Я вообще ни разу не муза. Ну вот а вообще. Кем ты всегда хотела быть из них? Ну, когда я была маленькой, я думала, что я Флора. А кстати, кто смотрел Братс? Были ли здесь есть те люди, кто смотрел мультик Братс? Пожалуйста, плюсик в чат, если вы хотя бы знаете, кто такие куклы Братс. Пожалуйста. Я вам расскажу одну идейку прикольную. Катя лучшая в мире. За тебя, кто написал этот комментарий, съем печеньку. Ну вот, ребята, кто смотрел Братс, я в детстве была Жасмин, Ясмин, кто как называл, неважно. Знаете почему? Ну, во-первых, у нас темные волосы, что у Жасмин, что у меня. Во-вторых, вот эта родинка, видите, под глазом. У нее точно такая же. И точно же с этой стороны. И я поэтому купила себе свою первую Братс, именно Жасмин. Она у меня до сих пор дома лежит. Я, кстати, фотала ее и присылала в Телеграм. Буду благодарна. Oh, yeah. Желаю вам накопить на поездку. Во-первых, привет тебе, плюшка, плюшечка, спасибо. Привет. Сердечко тебе. Давай. Подожди, не скринь, подожди. Сейчас, подождите, девочки приведут тебя в порядок. Давай быстрее. И все дальше. Ha ha ha.